Необходимость возведения подобных комплексов с магазинами товаров первой необходимости, аптеками, туалетами и даже душевыми кабинками возникла еще во время подготовки к Олимпийским играм. Было поручение нашего мэра Анатолия Николаевича Пахомова, что на всей протяженности федеральной трассы должны возникнуть вот такие комплексы. Достойные, красивые, добротные, европейского вида, где любой въезжающий в наш район в любое время суток, то ли это день, то ли это ночь, мог бы получить вот такие услуги. Вдоль магистрали в районе появилось 6 таких комплексов. Все они выполнены в единой цветовой гамме с соблюдением условий безбарьерной среды. Они уже работают в полной мере в Аше, Салоника, Хлоу и Вардане. Цены на услуги демократичны. К примеру, стоимость посещения туалета составляет 15 рублей. Все останавливаются, дальнобойщики, водители, отдыхающие, приезжающие тоже, все останавливаются. Водители довольны предлагаемыми удобствами. Первая реплика моя была, когда мы сюда зашли и воспользовались. Вау, хорошо, очень хорошо, как бы востребовано, чисто, приятно. Нигде нет ни туалетов, чтобы можно было остановиться, купить водичку, сходить в туалет, попить кофе, отдохнуть, сесть в машину и поехать дальше. Идеально придумали, идеально построили, очень чисто. По-моему, все условия есть здесь. Цены очень доступные, хотя это трасса. Всего же вдоль федеральной трассы протяженностью 105 километров возведут 18 санитарно-гигиенических комплексов. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.